Всем привет! Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян, Настенька, Родион, Артемка, Мирошка. Мы в полном составе. Сегодня подведем итоги года. И, конечно же, хотим поздравить вас с наступающим Новым годом! Пожелать вам всего самого крутого, побольше позитивных эмоций. Мира, да. Добра, счастья, здоровья. Исполнение желаний, путешествий. Самое главное, путешествуйте. Это очень поможет как раз смотреть через призму позитива. Наш 22-й год начался с того, что мы 31 декабря 21 года выкатили машину из салона. Кто не смотрел этот выпуск, обязательно посмотрите. Пока все резали салаты, накрывали поляну на стол, мы провели время в автосалоне и тщательно выбирали машину. У нас это получилось сделать. Как раз поэтому мы вернулись в прошлом году из Турции, потому что, проведя здесь 2 месяца, мы поняли, что без машины мы не можем путешествовать так, как мы любим путешествовать. И вот мы здесь, как и обещали себе и нашим зрителям, в принципе, что мы в этом году обязательно приедем зимовать в Турцию. И это наш первый Новый год за границей, и сегодня тепло. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что в конце мы с вами отправимся туда, в море, вместе купаться. В январе мы поставили машину на учет и отправились в Краснодар, потому что квартира в Краснодаре, которую мы снимали, нас ждала. Мы думали, что мы продолжим зимой путешествовать по Краснодарскому краю, но не тут-то было. Краснодар завалило снегом так, что мы даже не могли передвигаться по этому городу. Во-первых, летняя резина. Во-вторых, Краснодар был не готов к таким аномальным снегопадам. И, конечно, мы просто просидели все это время. Поэтому в феврале мы задумали, что пора переезжать к морю, потому что мы не можем жить без природы. И мы начали искать квартиру в Сочи. Сочи — это было для нас привычное, то, что мы любим, поэтому выбор пал на Сочи. Мы посмотрели квартиру, нашли прямо на Эмеретинской набережной. Представляете, первая линия, небольшая квартирка. Но наша жизнь изменилась снова. Мы уже внесли даже предоплату, и вы знаете, тут я поехал в Геленджик по работе. Первое знакомство с Геленджиком было не очень, а вот это знакомство с Геленджиком было просто любовь. Да, скорость, конечно, маленькая, но клево. С таким видоном. И мы приняли решение, что мы переезжаем в Геленджик. Мы отказываемся от квартиры в Сочи, прощаем депозит и отправляемся жить в Геленджик на 2 месяца до сезона. Но это точно того стоило, и здесь как раз хочется сказать огромное спасибо всем вам, кто нас смотрит, кто оказывает постоянную поддержку в виде лайков, комментариев, ведь наш канал вырос в огромное количество раз. Когда мы прилетели из Турции в конце декабря, на нашем канале было почти 20 тысяч зрителей, а сейчас почти 60. Представляете? Мы набрали огромное количество просмотров, огромное количество лайков. Мы выросли как блогеры, и, конечно, от этого очень сильно кайфуем. Мы продолжаем снимать контент для вас и радовать вас всегда теплом, морем, горами и природным позитивом. Переезд в Геленджик оказался для нас не самым простым. Мы потеряли кучу вещей, которые мы отправили, потому что машина попала в ДТП. Но мы достойно пережили это, не сильно расстраивались. Конечно, было неприятно, но поняли, что, ну, значит, нам суждено обнулить в это время. Переехав в Геленджик, мы начали активную каталку по Геленджику, по его районам, по водопадам, по горам, посетили огромное количество локаций, и вообще за этот год мы проехали тоже огромное количество километров. Почти 40 тысяч, представляете? По каким-то бездорожьям, по полям, по лугам, короче, где мы только не были, посетили 2 для нас новые страны, и это было очень круто. Да, поменяли порядка 20 разного жилья, квартиры, посуточно снимали несколько Останавливались в более 100, наверное, диких местах, каких-то различных кемпингах. Да, большая часть наших путешествий в этом году посвящена была в машине, жизни в машине, в онлайн. Автомобильным путешествиям. Да, автомобильным путешествиям, кемпингам, диким местам. Именно для этой цели мы покупали наш автомобиль. Также в этом году мы закрыли нашу большую цель. Мы проехали, наконец-то проехали весь наш берег, начиная от границы с Абхазией до самой западной точки Крыма. Мы были в каждом поселке, в каждой деревушке, в каждом городе. Мы абсолютно проехали все. И когда мы сделали так, мы поняли, что мы готовы к Дагестану, к долгожданному Дагестану. Это просто отвал в башку!
Но Дагестан у нас случился не сразу. Мы сначала отправились в гости к родителям в Москву. Мы специально подстроились под отпуск родителей, и там мы активно проводили время на любимой Волге, катались на лодке, ловили рыбу. В этот момент мы поняли, что у нас классная аудитория, потому что наша аудитория в огромном количестве, так же, как и мы, любим Волгу. Мы нашли такие идеальные точки соприкосновения. После Волги мы заехали в прекрасный город Ярославль, который Слава мне тоже обещал показать очень много лет. И я мечтала туда попасть. После Ярославля мы сделали небольшую передышку и отправились к друзьям в Смоленск. Город Смоленск нам открылся совершенно с другой стороны. Если бы мы сами туда поехали, скорее всего, мы бы так его не рассмотрели красиво, как это сделали с нашими друзьями, которые нам там все показали. Самбат, Ксюша, вам огромнейший привет. Погостив немножко у них и посмотрев город, мы отправились в Беларусь. Да, это тоже Слава уже был в Беларуси, это тоже было его обещание для меня. Сколько ты выполнил? Это была наша совместная новая страна. Да, для нашей семьи в нашем полном составе, как говорится. И нам очень понравилось. К сожалению, мы, опять же, не смогли провести там достаточно много времени, сколько мы любим, сколько бы мы хотели провести, поэтому мы туда еще вернемся обязательно. Так как у нас была ситуация со шлагбаумом. В этом году пришлось даже посудиться, походить по судам, и, в общем, были неприятности. Слава Богу, что это все закончилось тоже хорошо, не совсем в нашу пользу, но, тем не менее, мы не потеряли права. Год непростой, вообще абсолютно для всех непростой, но мы всегда смотрим через призму позитива, как говорится, через розовые очки, и стараемся вам это тоже транслировать. После Беларуси мы немножко еще погостили у родителей, покатались по окрестностям, встретились с братом, интересные локации посмотрели, и потом поняли, что все, пора ехать в Дагестан, но в Дагестан мы тоже поехали не сразу. Но плюс ко всему мы собирались туда ехать, потому что было мое день рождения впереди, и это было мое желание, да, попасть на день рождения в Дагестан и посмотреть красоты этого прекрасного, этой прекрасной республики. Так как мы много времени просидели в Москве, мы не видели море, поэтому очень соскучились, поехали на море. Там мы прокатились также по кемпингам, и уже оттуда, когда мы сделали последний апостиль Мирончику, а апостили нам нужны были для Турции, мы стартанули в прекрасный Дагестан. Дагестан мы пропутешествовали, к сожалению, не весь. Mm-hmm. Нас ускорили события ехать зимовать в Турцию пораньше. Ну, тем, наверное, лучше, потому что мы здесь покатались очень много. Мы посмотрели Грузию, мы пропутешествовали Грузию в OneLove, останавливались только один раз в Батуми в квартире, потому что тоже опыт квартирный в Батуми нам зашел, правильно? Да. Мы жили с видом на море, прекрасная квартира на первой линии, да и в целом Батуми, Тбилиси, это, конечно, классно. Боржоми тоже. Осуществил мечту попить с источника Боржоми, не просто купить бутылку, а прям взять и попить. Это, конечно, было тоже очень классная история. А дальше с нами случилась как раз долгожданная Турция. 2 месяца мы жили в машине. В машине, можно сказать, да. Знакомились с ребятами, тусовались, отдыхали, со многими, да. Купались. В этом году мы, кстати, посетили сколько морей? Из новых морей мы увидели Эгейское море, мы объехали почти весь берег Черноморского и Черноморский со стороны Турции, мы увидели Каспийское море в Дагестане, и объездили, кстати, тоже почти весь берег Средиземного моря и почти половину Эгейского моря. Но по факту мы очень в этом насыщенно. Году были на Азовском море купались, на Черном море со стороны Грузии, Турции, России. Каспийское море со стороны Дагестана, да, Средиземное и Эгейское. В общем, на 5 морях мы были в этом году. Это здорово. Ну и, как обычно, после таких очень плотных путешествий, а суммарно получилось аж 1.5 года жизни в машине, мы решили остановиться и немножко посидеть. Мы выбрали запад Турции, это дача, прекрасный городок, много про него рассказывали, много про него снимали. Классный город, кто будет в Турции, я рекомендую туда съездить, посмотреть, там бухты невероятно красивые, либо пересмотреть просто наши выпуски, подготовиться к этой поездке. Месяц прожили на вилле, а потом мы вернулись на Средиземное море, сюда, в Аланию, собственно, самое теплое место откуда Турции, мы записываем выпуск, откуда вас и поздравляем с наступающим Новым годом. Буквально уже через несколько часов вы откроете шампанское, чокнетесь и скажете «У-у-у, с Новым годом!». Вот, собственно, вот такой вот видеоролик, такие воспоминания мы решили вместе с вами вспомнить, вас поздравить в этот последний день декабря. И хотим еще раз пожелать вам, чтобы ваши в новом году все плохое осталось в прошлом, а в новое взяли только хорошее, добрые, позитивные эмоции. Что бы ни происходило, мы желаем, чтобы вы со всем справились,
потому что жизнь, ну, она такая, она не только из позитива, но и... Медали три стороны, поэтому нужно быть готовым ко всему. Нужно просто стараться смотреть через позитив. Почаще смотрите наш канал, если вдруг вы пропускаете выпуски, потому что мы именно это и делаем, что вас через экраны заряжаем позитивом и яркими эмоциями. Еще раз спасибо всем, кто с нами был в этом году. Спасибо те, кто присоединился. Кто пришел к нам в этом году. Мы очень рады вас всех видеть. Надеюсь, в следующем году мы возьмем с вами серебряную кнопку. Это наша мечта, это наше желание, которую мы загадаем на следующий год нашего канала, да. Фух, а теперь пойдемте купаться. В Новый год. И в Новый год. В Новый год через море. Если вы подумали, что я вас обманул, то нет. Разделся, дети играют. А мы с вами идем купаться. Ну, вода градусов 20. Будем закрывать купальный сезон этого года. А в первых числах января, я думаю, мы его откроем. Вот такая уже, знаете, она не теплая. Она прям освежает. Фух. Со мной вон Тёмка зашел, красавец. Ну красота. Вот так вот надо завершать год с природой, в природе. Ну и желательно, конечно, прямо вот так в море. Все, ребятки, продолжайте с нами путешествовать. Увидимся с вами уже в первых числах января обязательно. Запишем для вас видеоролик. Ох, еще раз всех с наступающим Новым годом. Спасибо, что остаетесь с нами. Пока.